Конечно, поздравления, конечно, всем. И, конечно, тем, кто вот с нами вместе был в этом году, те, кто особенно не жалел своих творческих сил для того, чтобы представить проекты на конкурс, который я вот в этом году шестой раз проводила, общественное признание. Спасибо, наверное, командам, которые приходили на наши мероприятия, которые обсуждали, подсказывали, переживали. То есть они, наши коллеги, те, кто рядом с нами, не в общественной палате, а рядом с нами, вместе с нами, главное, готовы нести ответственность за то, что мы делаем и говорим. Вот такое великое, хорошее качество, оно сегодня должно быть почитаемо. Вот, за это большая благодарность и пожелание большого здоровья и желание дальше быть вместе с нами. Чем для вас запомнился уходящий год? Чем? Ну, мне, то, что я поступил, вот, годы мучений, по крайней мере, этот год, да, все вот эти дополнительные занятия, все вступительные, вот. Также все зачеты, вот, все вот эти коллоквиумы. Нелегко было, честно. Бессонные ночи, опять же, потому что это архитектурный вуз, вот, а мы не привыкли спать. Я поздравляю всех с Новым годом, всех своих друзей, всех своих родственников, маму, папу. Ну, всю страну, естественно, поздравляю с Новым годом. Всех своих одногруппников поздравляю с Новым годом, всех учителей и преподавателей. Вот. Желаю счастья, здоровья, чтобы все у них сбылось и все было хорошо. Поздравляю граждан и всех жителей Ростовской области с Новым годом. Желаю всем здоровья, счастья, успехов и, главное, удачи во всем, в том числе и в жилищном коммунальном хозяйстве. Хочу сказать, что, дорогие и любимые жители земли Тихого Дона, с Новым годом! Дай Бог, чтобы он нам принес радость, счастье и удачи. Вы по-настоящему люди, любящие нашу землю. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья на благо нашей Донской земли. Дорогие, я вас поздравляю с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, любви. Всегда-всегда. И чтобы все были богаты и здоровы. Дорогие, уважаемые, любимые ростовчане, поздравляю вас с наступающим новым 2019 годом. Желаю вам в этом году, прежде всего, конечно, огромного здоровья, успехов и счастья. Считаю, что область находится на подъеме, и нам нужно сделать все для того, чтобы мы вышли на первые места и решали вопросы так, чтобы нам не было обидно за то, что мы делаем. Гордость ростовчан была, есть и всегда будет. И я горжусь тем, что я родился в Ростове, живу в Ростове и продолжаю жить в Ростове. Счастья вам, успехов и Россельмашевского терпения.